Ну, во-первых, Крым всегда был курортом, да, интересным и качественным, с хорошим морем, с классными людьми. Вот сейчас, когда Крым стал Россией, мне кажется, он еще более вырос, инфраструктура выросла. Я не была, к сожалению, в Крыму вот с тех пор, когда присоединился к России Крым, но я очень хотела бы поехать, я хотела бы поехать со своей дочкой. Я очень вообще люблю Крым, потому что мое детство все там прошло фактически, вот, в основном в Ялте, в Керчи. Вот. И я верю в то, что Крым на самом деле уже стал, скажем так, таким очень перспективным курортом. И, пожалуй, это одно из немногих мест, куда люди, не имеющие возможности поехать за границу, могут действительно поехать и достойно, красиво и вот классно отдохнуть с сервисом и со всеми нюансами. Просто множество моих друзей уже побывали в Крыму и летом, и осенью. И вот совсем недавно мне друзья присылали фотографии и вообще купались в море осенью. Так настолько было неожиданно.